Ломаченко, Педроса, Арум объяснил, почему бой перенесли. Поединок Василий Ломаченко хотят сделать более рейтинговым. Промоутер чемпиона мира в легком весе по версии БА Василия Ломаченко Боб Арум объяснил, почему бой украинца против Хосе Педроса перенесли с 1 на 8 декабря. По словам Арума, 8 декабря телевизионные рейтинги поединка будут выше, чем 1 го. 8 декабря на ESPN вручают трофей Хайсмана, награда в футболе колледжей, премьер. Мы хотим провести бой именно в Нью-Йорке после вручения Хайсмана, который дает высокие рейтинги. Это очень популярная церемония. Бой Ломаченко планировался на 1 декабря, но мы решили, что лучше провести поединок 8 го, цитирует Арума Баксинсин. Ранее Боб Арум заявил, что готов договариваться о бое с Майки Гарсией сразу после победы Ломаченко над Педросой, если она состоится. По материалам сайта news.com.